В Шымкенте сотрудники ветеринарного контроля, не разобравшись, отказали предпринимателю выдать сертификат на ввоз 200 тысяч яиц из Турции. Жалобой бизнесмен обратился в антикоррупционную службу. Оказалось, что система дала сбой, автоматически определив неверный адрес получателя. Не выяснив все обстоятельства, ветконтроля поспешили отказать в выдаче сертификата. При оформлении разрешения на ввоз товара на территорию Казахстана информационная система автоматически определяла фактический адрес получателя, который был указан по месту регистрации, это Северо-Казахстанская область. Однако в документах были указаны второй адрес, это город Шымкент. Территориальная инспекция города Шымкент, ветеринарного контроля, не изучив все обстоятельства, отказали в выдаче сертификата. Департамент, вмешавшись в данное обращение, направил рекомендательное письмо в территориальную инспекцию. В последующем сертификат был выдан, и бизнесмен продолжил свою законно-предпринимательскую деятельность в дальнейшем.